И снова не утихают споры вокруг бывшей территории Суворовского училища. В основном общественников волнует строительство жилья на пустующей площади в несколько гектар в центре города. Говорят и о сохранении исторического здания, беспокоятся, что в скором времени оно разрушится. Архитекторы отмечают, жилая застройка там должна присутствовать не только потому, что так будет выгодно инвесторам. Это необходимо, как ни странно это звучит, чтобы оживить территорию. Здесь есть возможность показать пример для застройщиков города, как надо застраивать центр города. Это какое-то небольшое, может быть, жилье, какой-то средней этажности, но при этом, что примечательно, этот центр города должен жить в любое время. Ведь если насытить его какими-то общественными зданиями, то это, как правило, только дневной период. А ночью что? А вечером что? Это будет территория глухая, без людей. Безусловно, это должна быть территория общественной городской активности. Но при этом, чтобы она не умирала в вечернее время, чтобы там постоянно были люди, дети, там должна быть обязательно и жилая застройка, на мой взгляд. Не раз звучало предложение разбить парк и сделать зеленую зону на месте пустыря. Но, как оказалось, создание парка тоже под вопросом. На этой площадке раньше размещалось очень много вспомогательных подразделений. Ну, одно из них – это служба ГСМ. Значит, насколько мне удалось узнать у специалистов, которые там когда-то служили и работали, там была общая емкость резервуаров, закопанных в землю, порядка 100 кубических метров. Это резервуары в 20-10 кубических метров для хранения дистоплива, бензина. По словам экспертов, в связи с тем, что с 1991 года все хозяйство танкового училища было заброшено, не обслуживалось и никаких ревизий не проходило, вполне возможно, все резервуары прохудились, а все, что в них было, вымылось в грунт. Кроме этого, как утверждает эколог, на этой же территории находилась служба по ремонту танков и автомобилей. И много топлива, которое тогда стоило копейки, во время ремонта сливалось в землю. Достоверно можно сказать о состоянии этой территории только после ее изучения. Я считаю, что вопрос о парке там закрывается сразу. Почему? Потому что для того, чтобы закрыть парк, значит, там сделать, там надо полностью заместить грунт. Вот. Примерно прикинули, нужно вывести и потом завести порядка 150 тысяч кубов грунта. Как сказал Лев Левитас, вывести грунт – дело нехитрое. Проблема – найти 150 тысяч хорошего грунта под парк. Другая волнующая общественность тема – сохранность исторического здания, которое является культурной достопримечательностью Ульяновска. Первоначально оно было построено в 1877 году в Троицком переулке на месте дворца Пустынникова по проекту архитектора Залесского для Симбирской военной гимназии. Управлением был проведен предварительный анализ технического состояния здания бывшего Суворовского училища кадетского корпуса. Уже исходя из проведенного предварительного анализа, ясно, что состояние его неудовлетворительное, оно нуждается в ремонте. Для того, чтобы понять, какие именно работы по сохранению культурного наследия нужно проводить на здании Суворовского училища, необходимо специализированное техническое обследование. Более подробно, в каком оно состоянии, рассказал директор Центра патриотического воспитания региона Валерий Почтарев. Кстати, бывший выпускник Ульяновского гвардейского высшего танкового командного, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды училища имени Ленина. Самая большая проблема – это кровля. Кровлю нужно менять. Начинается протекать крыша. Соответственно, влага попадает внутрь, разрушаются потолки. А потолки там не бетонные, там же дранка такая заштукатурная, с лепниной исторической. И она, соответственно, начинает падать. Вода протекает, попадает на паркет, на пол. Начинается разрушение самого пола, а вода стекает по стенам и где-то, и начинает что? Разрушать стены изнутри. По словам Валерия Юрьевича, здание было построено без водоотлива. И сейчас талая дождевая вода стекает по стенам, что приводит к их разрушению. Особенно это видно на фасаде со стороны улицы Гончарова. Как утверждает директор центра, в отличие от кровли, фундамент исторического здания в особом ремонте не нуждается. Фундамент там хороший, достойный фундамент. Балки, которые там есть... Мы некоторые полы вскрыли в одном месте, посмотрели, там балки 50 сантиметров над шириной, хорошие такие, они сухие, они держатся. По большому счету их не нужно восстанавливать будет.
А вот все остальное, как я говорю, это нужно. Окна нужно будет менять. Как считает Валерий Юрьевич, все перечисленное относится только к трехэтажному историческому зданию, которому в этом году исполнится 150 лет. А вот пристрой со стороны улицы Спасской в более плачевном состоянии. Он больше подвержен разрушению. В связи с тем, что ввели новые стандарты учебных заведений, в том числе не только гражданских, но и военных учебных заведений, и в том числе суворовских и кадетских училищ, территорию, которую сейчас располагается наше историческое танковое училище, там 6,3 или 6,8 гектар всего. А необходимо не менее 16 гектар. Должен быть хоккейный не просто корт, а целый дворец, должен быть бассейн, должен быть стадион. Валерий Юрьевич перечислил лишь малую часть того, что должно быть на территории Суворовского училища по современным стандартам. Город такую территорию предоставить не смог. И там на 20 гектар этой земли, которая принадлежит Министерству обороны. Вот сейчас там уже часть деревьев выпилили. Это готовит площадку под инфраструктуру Суворовского училища. Вот на ней, на этой площадке будет все, то, что я выше перечислил. Плюс еще будет индивидуальная газовая котельная. Соответственно, все это будет. Это в городе, да, Суворовское училище уйдет за пределы центра. Но оно в городе Ульяновске находится. Да, Суворовское училище уйдет за пределы центра, но оно останется в городе Ульяновске. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.